На улицу только с документами. Выезд из села по спецразрешению. Такие ограничения будут действовать в молдавских бульбоках 1 июня. Все из-за Европейского саммита. Обеспечивать безопасность в эти дни будут в том числе военные НАТО. Сейчас в Молдове очередные учения. Всего в 10 километрах от Приднестровья. Учебная база как раз в бульбоках. В учениях участвуют Молдова, Франция, Румыния, Великобритания и США. А в НАТО снова говорили о поддержке Молдовы. Республика Молдова вместе с Грузией и Боснией, как я уже говорил, также является главным приоритетом для НАТО. И еще об ограничениях в молдавских бульбоках. Магазины, кафе там работать не будут 31 мая и 1 июня. Небо над Молдовой закроют. В страну смогут прилететь только приглашенные на саммит. В Кишиневе уже призвали водителей не парковаться в центре города и спрятали свое прошлое от гостей из Европы. Специально к Евросаммиту День Победы в Молдове планируют отменить, а памятники Ленину и Марксу не показывать.